размышления начинающего политика. Мифы меняются, меняется история, и по-другому уже смотрим мы назад. Если бы 2×2 мешало властной траектории, ответ тогда был не 4, был бы 5. Вот интересно, сколько нужно времени, чтобы народу переформатировать мозги? Хватит ли жизни одного лишь поколения? Или понадобится не одно, а целых 3? И интересно, а из крови можно вытравить память о прошлом, или все равно она всплывет? Можно ли уничтожить память переписанными книгами? Или гарантии нет, что каждый их прочтет? Хотелось бы понять, чем эффективнее уничтожать память народа навсегда, чтобы и продуктивнее, и оперативнее, и чтобы без затрат особых и труда, молитвой, заклинаниями, притчами, докладами, речами или спичами, проверенными правильными книгами, газетами правдиво-неполживыми, а может быть загадочными смыслами, целями благородными и высшими, лицами светлыми и симпатичными, зовущими на митинги демократичные, или закрытыми железными границами, с надежными тоталитарными режимами, с расстрельными проверенными списками и осуждающими подписными письмами, с прекрасной жизнью, теплою и сытою, различными научными защитами, наградами героев и спасителей, посадкой в уважаемый президиум. Или напротив, с рынками открытыми, с доходами, офшорами сокрытыми, что с олигархами и капиталистами и преданным им до конца правительством. Завлечь дисконтами, процентами и скидками. Или надежнее долгами и убытками, займами, ипотекой, докредитами, рейдерами, приставами и бандитами. А может быть, зачистками нацистскими, лозунгами правоэкстремистскими, или все делать поспокойнее, пацифистами и идиотами полезными, идеалистами. Или попробовать опасными ковидами, герпесом, гонореями и спидами. Но тут опасностей немало непредвиденных, еще и сам подхватишь вирусов невидимых. Подсказывают музыкой, лихою, заграничную, с текстами непонятными различными, с супернизами и крутыми битами, и с темпами за 200 очень быстрыми, чтобы не думали, не подвергали критике, куда, зачем и почему ведут политики. Чтоб было весело, чтоб не до аналитики, чтоб на уме был лишь каитус, а не митинги. А может проще все? Бутылкой недопитою, квартирой с небольшими габаритами, рожей битой, мятой и небритою, и с анекдотами на кухне, с сеньоритами. Вот видите, как все запутано в политике. И не подскажет вам никто, как ни проси. Ни маркетологи, ни имиджмейкеры, ни критики. Придется самому до понимания дойти. О существенном и важном, о существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенно и важно, доктор Волощук СД.